После траурная колонна прошла с зажженными свечами по улицам города до памятника «Стена плача». 7 июля у монумента отслужат панихиду. Сегодня губернатор направил телеграмму в адрес исполняющего обязанности главы Крымского района, где отметил, что память о погибших навсегда останется в сердцах кубанцев. Наводнение в Крымске в 2012 году унесло жизни 156 человек. Эта страшная трагедия унесла сотни жизней, разрушила судьбы, погубила планы и надежды людей. Тогда на помощь Крымску пришел весь край, считая долгом чести, долгом своей совести помочь пострадавшим землякам. Время скорби и боли объединило нас.